Оккупационные власти Симферополя расщедрились на новогоднюю елку за 7 миллионов рублей, поскольку горожане ее заслужили. Об этом сказал глава российской администрации столицы Крыма Геннадий Бахарев. В частности, он сообщил, что город приобрел елку у московских производителей и прослужит она якобы 5-7 лет. Эта елка, которую мы покупаем, она вообще новой разработки по новым технологиям. Это елка, которая не вот эта конусовидная, к которой мы привыкли, да, это елка вот с лапами, она почти смотрится как натуральная.